Друзья, приветствую на канале. Вот очередная находка. Такой ретро акустическая система. Даже с разъемом обнаружил. Ну, аккуратно лежали они возле контейнера. Видимо, уже негодные, ненужные. Такой вот бойлер, нагреватель. Его предстоит еще изучить. Пригоден он к эксплуатации. Возможно ли реанимация его? Вот. Если да, то в деревне в аккурат послужит. Если нет, то идет по системе утилизации. Акустическая система внешне в хорошем состоянии, имеется в виду. Нету дефектов. Где-то хорошо хранился. В сарае в сухом видно, что нету воздействия от влаг. Табличка отсутствует. Тактика, техническая характеристика. А пломба сорвана, видно. Видимо, уже были попытки реанимации. А, да, оказывается, есть здесь дефект небольшой. Вот, видимо, был какой-то гидроудар. Повреждена эмаль. Ну, можно будет восстановить, посмотреть. Хороший динамик, кстати, там советский. С хорошим звучанием. Добрался все-таки до этой акустической системы, которая была найдена на помойке вместе с гнусмусовской системой. Гнусмусовская система была на другой помойке обнаружена. Но есть желание данную систему прокачать, привести в порядок для озвучки всякой аппаратуры, которая у нас бывает на прокачке. Вот. Чтобы был как бы стационар. Сейчас открою, вскрою заднюю крышку, заглянем, посмотрим состояние динамика, что и как. Потом будет оккультироваться. Есть вот следы эксплуатации. Видимо, кушали на нем или что-то кушали, трогали его, прикасались к нему. Все это будет оттваиваться. Ну, сейчас заглянем внутрь. Вот такая динамическая головка в акустической системе. Ну, видно то, что уже здесь колхоз имени Токарликова был. Вот какое-то соединение делали. Через синюю изоленту изолировали. Это надо будет сейчас удалить напильником все. Вот, посмотреть динамо в каком состоянии. Ну, обычно бумажная динамо хорошая бывает, если какие-нибудь прямые ручки сюда не лазили, с отверткой или с какими-то указательными пальцами. Вот. Но должна звучать, думаю, хорошо. Его неоднократно вскрывали уже, видно, что они родные самосрезы. Здесь были тампон типа тампокс огромного размера для приглушения звука. Ну, относительно нормально звучала эта система, так как все-таки это дерево, совковское дерево, на которое есть штамп ОТК, номер фолянский. Еще тут штампы. Тут всякие штампы. Ребята поглумились, видимо, еще в советское время. Так что вот везде есть. Это говорит, друзья, о том, что делалось все на совесть, на качество, на предыдущее поколение. Склеивалось все очень хорошо. Покрывался настоящим лаком. Специальная ткань, звукопоглощающая, излучающая. Натуральный алюминий использовался. К чему все это? Потому что сейчас друзья наши, товарищи китайцы, делают из полного отстоя. Тут, конечно, вот, видимо, или осколок, или какая-то поножовщина была. Может, просто акустическая система резко прикоснулась к каким-то предметам. Извлек динамическую головку. Видно, что по нулям кислород и бензин. Замыкаю, ничего нет. Ну, видно, что данная динамическая головка, ей, вернее, пришлось повидать многое, о чем она сейчас молчит, так как она мертвая. Это все будет сейчас утилизироваться по системе металлом, так как, ну, нерабочая. И, похоже, такие применяются у нас в телевизионных радиоприемных устройствах, применялось в советских. Уж больно похоже. С закрытым магнитом. Вот. Так его видно. Так выглядит посадочное место. Ну все, сейчас пользуясь случаем, пока у нас будет подходить динамическая головка, донор, промою корпус, приведу его в порядок. Освежу его, чтобы было приятно его трогать. И то после него руки загрязняются. И потом послушаем звук с него.
Ну вот, друзья, установил хорошую динамическую головку от телевизионного радиоприемника, выпускавшихся еще в советское время. Благо мне приносят их в качестве донора. Замечательно все подошло. Кабель тут припаял. Сейчас установлю заднюю крышку. Кстати, все помыл. Все чистое. Все замечательное. Пока сюда материал не нашел еще, который нужно было бы в качестве. Вот, все блестит уже. Но еще на этом не заканчивается. Есть желание вот это безобразие привести в порядок. Залить клеем и тисками здесь вот прижать все это дело. Ну, чтобы ровно было. А то как-то неправильно все это хозяйство. Сейчас установлю заднюю крышку и подключу к... Наташа Матыгулина поет, группа Мирас. Полную версию можете послушать, если кому интересно, в Дзене. Ссылка на Дзен будет, так как Дзен не запрещает слушать музыку любых возрастов и любых направлений. Друзья, всем удачи и до следующих видео.